Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достон. В сегодняшнем специальном видео мы разберем фразы из сериала «Секс в большом городе» «Sex and the City». Но сначала я бы хотел поздравить замечательных и умных зрительниц моего канала с 8 марта. Специально для вас сайт puzzleenglish.com устроил акцию, в которой дает сумасшедшую скидку на двухгодичный абонемент, где вы можете смотреть ваши любимые сериалы и передачи с двойными субтитрами и крутым словарем. Это также будет замечательным подарком со сроком в 2 года, так что переходите по ссылке в описании после просмотра этого видео, а мы смотрим сериал и разбираем диалоги. Elizabeth was attractive and bright, and right away she hooked up with one of the city's typically eligible bachelors. Elizabeth was attractive and bright. Elizabeth была привлекательной и находчивой. And right away she hooked up. И незамедлительно она завела интрижку. Hook up – завести интрижку, но в нашем случае глагол в прошедшем времени. Past simple – это можно понять по окончанию ed. Hooked up – завела интрижку. Hook up. Есть также похожее выражение с немного другим значением. Hook up with – свести кого-то с кем-то. Don't you have any friends that you can hook me up with? It was love at first sight. For 2 weeks they snuggled. Went to romantic restaurants. Had wonderful sex. It was love at first sight. Это была любовь с первого взгляда. For 2 weeks they snuggled. 2 недели они миловались. Went to romantic restaurants. Ходили в романтические рестораны. Had wonderful sex. Занимались великолепным сексом. Сначала она говорит, что это было... Love at first sight – любовь с первого взгляда. А затем используют выражение have sex – заниматься сексом. Have sex. И снова глагол have в прошедшем времени. И получается had sex – занимались сексом. В этом сериале эта фраза будет встречаться вам очень часто, так что вы ее по-любому выучите. My mother's not feeling very well. Oh gosh, I'm sorry. Can we take a rain check? Of course. My mother is not feeling very well. Моя мама не очень хорошо себя чувствует. Oh gosh, I'm sorry. О боже, мне жаль. Could we take a rain check? Могли бы мы перенести? Of course. Конечно. Выражение rain check можно дословно перевести как дождевой чек. Это действительно происходит от реальных чеков на посещение следующей игры, которые выдавались на спортивных соревнованиях людям, если матч был отменен из-за сильного дождя. Теперь же это стало синонимом переноса чего-либо на будущее, ну или просто вежливая форма отказа. Take a rain check. Samantha had the kind of deluded self-confidence that caused men like Ross Perot to run for president, and it usually got her what she wanted. Well, if you're not gonna hit on him, I will. Samantha had the kind of deluded self-confidence. У Саманты была своего рода внушенная самой себе самоуверенность. That caused men like Ross Perot to run for president. Которая заставляла таких людей, как Ross Perot, баллотироваться в президенты. Ross Perot – это американский бизнесмен, известный, среди прочего, своими, по мнению многих, излишне самоуверенными президентскими кампаниями. И он собирался run for – баллотироваться в президенты. Run for president. Run for. Well, if you're not gonna hit on him, I will. Ну, если ты не собираешься приударить за ним, я это сделаю. Разговорная фраза hit on означает приударять за кем-то. This could easily go for 100 grand. Ross is so hot right now. It's beautiful. No, you're beautiful. This could easily go for 100 grand. Это могло бы спокойно уйти за 100 тысяч долларов. 100 grand – это 100 тысяч долларов. 100 grand. Ross is so hot right now. Ross так популярен сейчас. Слово hot в данном случае используется не в своем обычном значении «горячий». А здесь hot – это что-то вроде «на пике», «в ударе», «набирает популярность сейчас». You've never been in love. Oh, yeah? Yeah. Suddenly I felt the wind knocked out of me. I wanted to crawl under the covers and go right to sleep. You've never been in love. Ты никогда не была влюблена. Suddenly, I felt the wind knocked out of me. Вдруг я почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Фраза get the wind knocked out of somebody означает перехватило дыхание. I wanted to crawl under the covers and go right to sleep. Я захотела заползти под одеяло и сразу заснуть. Go to sleep.
буквально идти спать. На самом-то деле это просто засыпать. Go to sleep. Wait. Have you ever been in love? Absolutely. Have you ever been in love? Ты когда-нибудь был влюблён? Have you ever been? Вы когда-нибудь делали что-то за промежуток в своей жизни? Эта фраза будет полезна в изучении времени present perfect. Когда мы говорим ever, мы имеем в виду хотя бы раз в жизни. Например, have you ever been to Madrid? Вы когда-нибудь были в Мадриде? Been считается неправильным глаголом. Третья форма, past participle, из таблицы be, was, were, been. И фраза be in love. Be in love. Быть влюблённым. Ещё несколько примеров с этим выражением из сериала. So, are you telling me that you're in love? You've never been in love. Abso-fucking-lutely. Абсо-хреново-лютно. Иногда для придания большей выразительности какому-то слову, его делят как бы пополам, и вот так ставят слово fucking посередине. В нашем случае слово absolutely сделали abso-fucking-lutely. Получилось что-то вроде абса, черт возьми, лютно. Сериал «Секс в большом городе» с плеером, со встроенным словарем и многими другими фичами вы можете посмотреть на сайте puzzleenglish.com, на котором прямо сейчас проходит суперакция к 8 марта. Вы можете получить скидку 88% на двухгодичный абонемент. Это очень круто! Ссылочка в описании. Если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новое видео, которое выходит теперь чуть ли не каждый день. Оставляйте также ваши комментарии. И еще увидимся. See you next time.